Кадр один, дубль один. Капитан, а вы что, я надеюсь? Мы что, будем разыгрывать схему хороших плохих полицейских? Играть будешь дома в куклы, сосунок. Я забыл, что он не надеется. Ты можешь сделать этот эффектный кадр? Если он у тебя будет хороший, то мы его оставим. Лифт снизу вверх, не ваше КЗ открывает дверь. Все, это слишком много, прям. Сейчас, раз, я понимаю, я снимаю Лешу. Да? Ты стоишь на грудь. Давай кадр попробуем, сядись. Вперед. Дверь открылась, поднимаешь голову. Ну не так. Аж ботинок слетел. Нет, просто хорошо, когда ботинок слетел, ну нравится. Мотор. Всех за. Да. Кадр 3, дубль 1. Поехали. Дверь открылась. Привет, капитан. Нет, я должен... Я украл всего лишь один банан. За что мне сидеть? Я украл всего лишь один банан. Украл один банан, и сидеть будешь, как будто ты ограбил целую фабрику по производству бананов. О, ну все, включилось. Ты сейчас закрыл его полностью. Вадим, осторожно, да, свет, провод. Я вижу, я так же вижу. Кадр 6. Дубль 2. Кадр 6, дубль 2. Все, все, все. Давайте уже, идите из моей камеры. Я лучше 20 лет, 20 раз пожизненно сижу. Готовы? Да. Мотор. Запись. Кадр 7, дубль 1. Кадр 8, дубль 2. Бананы вообще-то растут на деревьях. Это может быть в городе, откуда ты родом, бананы растут на деревьях. А у нас на бананы зарабатывают потом и кровью! Хороший мод, надо снимать это до фразы. Пахло духами, боится, боится, боится. И мне было только два вопроса. Вот это должен быть акцент. Это уже без пиджака. Да, мне было два вопроса. Когда пересажают всю эту сволоту со стволами с улиц, все вот это все понятно. Когда мы пересаживаем. Да, когда мы пересаживаем. И когда, черт побери, убьют эту идиотскую башню, которая реально закрывает ей сито за окна. Эта шутка должна быть сразу. Она, если ее пауза идет, непонятно, не смешно будет. Кадр 2, дубль 4. Поехали. Когда 25 лет назад я пришел в этот участок, мне первое, что ударило в ноздри, это запах пота, крови, дешевых духов и дезинфекции. Но это, черт возьми, сам тонизирующий для копа запах. Прекрасный коктейль. Кадр 4, дубль 1. И уже год назад я бы эту крысу сожрал, забросил в камеру, если бы не вмешались ребятки из ФБР, которые положили свою поганую мышеловку, не рекомендованный мною вонючий чеддер, а свой сраненький Маздам. Мы с Вадимом. Мы сразу снимаем так, потом поменяем камеру. Так, у нас глаз поплывает. Только вы эти частишки-то увидите. Потом блин, они коллективы разные. Они... Так вот именно, потом поменяешь. Аккуратно, куда-нибудь, прям чтобы это не потерялось. Да, займитесь свет. Сейчас, подожди, что Thank you.
Мы тебе скажем, команда. Она в моем комнате. Готовься? Мотор. Кадр 1, дубль 5. Вот скажите мне, идиоты тупоголовые, неужели фраза «достаньте мне его хоть из-под земли» означает, что его реально надо выкопать из земли, идиоты? Реально нужно выкопать из земли? Ну вот если он труп, что мне с ним обсуждать, что? Как я получу у него свои бабки? Давай я сниму. Здесь вот будет куча народу, все стоять, и мы тут ставим вот так рельсы с тележкой в течение всей длины, будет очень долгий план. Мы его отрепетируем, будут заряды, вы будете поджигать, кидать заряд, как я скажу, на счет три, вы поедете, вы будете падать там на столы, на стулья, друг друга сбивать, вас всех будут бывать, это один длинный план, длиной секунд, так, 10-15. Он очень сложный, но он очень крутой, его надо прямо... Очень фигурно стоят коробки. Может, еще рядышком накидать? Все нормально. Нормально. Что, пришли? Да. Работаем. Готовы? Раз.